саженцы непахучего зверобоя хиткот, хипериком хиткоте, формируют плотный куст, напоминающий зеленую сферу. Растение в высоту и ширину достигает чуть больше 1 метра. В теплых регионах может вырасти больше 1,5 метров. Его размерами легко управлять с помощью ежегодной обрезки. Цветки крупные, до 6 см в диаметре. Окраска лепестков ярко-желтая, пыльники оранжевые. Сорт непрерывно цветущий. Основная волна приходится на июнь-июль, а затем на сентябрь-октябрь. Зверобой хорошо развивается на солнце и в полутени на плодородных почвах. Засухоустойчивый, выдерживает понижение температуры до минус 30 градусов. Зверобой непахучий хиткот – это многолетнее растение. Зверобой прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола зверобой непахучий хиткот можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает зверобой непахучий хиткот в месяц июль-август. Цветок окрашен в желтый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что зверобой непахучий хиткот – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.